Merhaba. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Please Yes, accept my Hare obeisance. Krishna. Jai My Shri Prabhu. blessings. We're ready. You're ready, yeah? Yeah. Okay. Well, just a minute. Okay. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritam naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayamudirayat nastapraye suvabhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati naishtati. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, text number 6. Читаем Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава первая, текст шестой. Этаван санкья йога абьям свадхарма париништая джанмалаба парапумсам анте нарайна смрити. Этаван санкья йога абьям свадхарма париништая джанмалаба парапумсам Ante Narayana Smriti Etavan Sankhya Yoga Abhyam Swadharma Parinishtaya Janmalabha Parapumsam Ante Narayana Smriti. You can read the translation in purport. Перевод. Высшее совершенство человеческой жизни, которого можно достичь, либо познав природу материи и духа, либо овладев мистическими силами, либо в совершенстве исполняя предписанные обязанности, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Нараяна – это личность Бога, трансцендентная к материальному творению. Все, что создается, поддерживается и в конце концов уничтожается, находится в пределах махаттатвы, материальной субстанции, и называется материальным миром. Однако бытие Нараяны, личности Бога, не подчиняется законам махаттатвы, и потому его имя, форма и качество также не подчиняются законам материального мира. Высшего совершенства можно достичь, либо занимаясь эмпирической философией, который учит, как отличить материю от духа, либо овладев мистическими силами, позволяющими в конце концов попасть на любую планету во Вселенной и за ее пределами, либо выполняя религиозные предписания. Однако в любом случае высшего совершенства достигает только тот, кто находится на ступени Нараяна Смрити, то есть постоянно помнит о личности Бога. А подняться на эту ступень можно только общаясь с чистым преданным, который доведет до логического конца трансцендентную деятельность гьяни, йога или карми в рамках конкретных предписанных шастрами обязанностей. История знает немало примеров людей, достигших духовного совершенства. Один из них – Санака Ади Риши и девять прославленных йогендр, которые достигли совершенства только после того, как посвятили себя преданному служению Господу. Но никто из преданных Господа никогда не сворачивал с пути преданного служения и не обращался к методам гьяны или йоги. Любой человек хочет достичь совершенства в той деятельности, которой занимается. Здесь сказано, что таким совершенством является Нараяна Смрити, и потому каждый должен приложить все усилия, чтобы достичь его. Иначе говоря, нужно так перестроить свою жизнь, чтобы постепенно обрести способность всегда помнить о личности Бога. Шилбрупада Кичай.
Омагьяна тимарандашья кьянанджана шалакая чаксуран милитам йена тасмай шри гураве намаха ванча калпатарубьясча крипа синдубае вача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхар, Шри Васати Гор Бхактавинда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. All right, so we're hearing Sukadeva Goswami give his instructions to Maharaj Parikshit, was preparing for his death. Итак, мы слушаем о том, как Шукадева Госвами дает свои наставления Махараджу Кари Парикшиту, который готовится к смерти. When we can see his ultimate instruction is that we have to remember the personality of Godhead at the end of life. И здесь говорится, что высшее совершенство, высшим совершенством является, высшим наставлением является помнить о личности Бога в конце жизни. However, we shouldn't think that, oh, I will just remember the Lord at the end of life. We have to remember the Lord at every step of life. Но нам не следует думать, что вот я возьму и буду помнить о Боге, когда наступит последний момент. Мы должны постараться помнить о Боге каждый шаг, каждый момент нашей жизни. So we have to consider that everything we do, it is meant to be done to help us to increase our attraction to the Lord. Мы должны учитывать, что все, что мы делаем, должно давать нам возможность или способность всегда памятовать о личности Бога. In the second chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam, Srila Sutta Goswami tells us, Dharmasvanustita pumsa vishvakshena ktastuya notpadayajadiratim shrama eva hi kevalam. The duties executed by all men are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the personality of Godhead. В первой песне, второй главе Шримад Бхагаватам Сута Госвами дает похожее наставление. Он говорит: «Дхармасва нуштита пумсам вишваксена катхасуя нотпадает ядиратим шаваева хикевалам», что деятельность, любая деятельность, которая не ведет к памятованию личности Бога, является пустой тратой времени. And so similarly in the purport, Prabhupada describes how that one can practice other activities like cultivating knowledge and mystic yoga and also doing karmic activities. But the important thing in all these activities is that there should be remembrance of the law. И интересно, что деятельность может протекать в разных, с разным оттенком. Это может быть деятельность гьяни, это может быть деятельность йога или карми. Но главное, чтобы эта деятельность приводила к памятованию личности Бога. And in order to cultivate that remembrance of the Lord, there has to be association with devotees, ideally pure devotees. И чтобы это произошло, чтобы достичь такой возможности помнить о личности Бога, необходимо общаться с преданными, в идеале с чистым преданным Господом. As Lord Kapila described to his mother Devahuti, Satam prasangam mama virya sambhido bhavanti ritkarena rasayana kata tas joshana jish apavarga vatmani shradaratir bhaktir anukramishati. The topics of Lord Krishna, when heard in the association of devotees, is very pleasing to the ear
into the heart. Господь Капила говорит своей матери Девахути, Сатам Прасанга Мамавирья Саввидо, о том, что разговоры о Верховной Личности, они услаждают слух. Lord Kapila describes how by hearing in the association of devotees, one progresses through different stages of devotion. И когда это происходит в обществе чистого преданного, то человек быстро продвигается по пути преданности. He said in the final line of the verse, this Shraddha Ratir Bhaktir Anukramishyati. So Shraddha meaning faith, firm faith, and then that firm faith, after that then comes Rati, Rati meaning attachment, and then Bhakti, that Bhakti is actually Prema Bhakti. So these different levels of devotion come one after another. И в последней строчке этого стиха «Шадхара тир бхактир анукрамишьяти» Господь Капила говорит, что вот когда это происходит, обсуждение деяний в обществе чистых преданных, тогда происходит вот это движение по пути преданного служения, начиная со шрадхи, с веры, идет рати, рати – это привязанность, и потом приходит бхакти. Бхакти – это према бхакти, чистая преданность. Они будут идти одна за другим по порядку. We have to take advantage of hearing from pure devotees to remember to fix the mind on Lord Krishna. Поэтому нам необходимо воспользоваться этой ценностью, извлечь благо из общения с чистыми преданными, слушая в их обществе о Кришне и сосредотачивая свой ум на Кришне. When we associate with pure devotees, then we can reflect the qualities of the devotees. Общаясь с чистыми преданными, мы постепенно начинаем отражать качество чистого преданного. Association is very important for us so that we can understand more about the goal of Krishna consciousness. Общение очень важно для нас. В этом общении мы начинаем лучше понимать цель сознания Кришны. So we have to remember that this remembrance of the Lord, usually in the Kali Yuga, we remember the Lord especially by chanting his holy name. And by chanting his holy name, then we will remember also the qualities and the form and the pastimes of the Lord. Таким образом, нам нужно достичь памятования о Верховной Личности Бога. И в Кали-Югу это памятование достигается повторением святого имени Господа. Повторяя святое имя, постепенно нам открывается качество, ой, нет, постепенно. Памятуя святом имени, повторяя святое имя, мы постепенно открываем для себя качество, форму Господа и его деяния. Yeah, within the name of the Lord, there is rupa, meaning the form, there is guna, the qualities, and there is lila. So, nam, within the name, there is rupa, guna, and lila. All these things are there within the holy name, when the name is chanted purely, without offense. Таким образом, в имени Господа содержится рупа, форма Господа, содержится гуна, качество Господа и лила, игры Господа. То есть из намы выходит рупа, гуна и лила. Все содержится уже в святом имени, если мы воспеваем чисто, без оскорблений. Now here in this verse, the Sukadeva Goswami is talking about remembering Lord Narayan. But actually, he's going to go on and speak more about Lord Krishna in future. В этом стихе мы видим, как Шукадева Госвами говорит о памятовании о личности Господа Нараяне. Но далее мы будем видеть, что он рассказывает, дальше он рассказывает о Господе Кришне. Remembrance of Lord Krishna is not different from remembrance of Lord
Нараян. Пометование о Господе Кришне не отлично от пометования о Господе Нараяне. One who's remembering Krishna, then all of the different forms and expansions and incarnations are all included within the transcendental form of Lord Krishna. Тот, кто памятует о Господе Кришне, уже памятует тем самым о всех остальных трансцендентных формах и проявлениях, так как все содержится в Господе Кришне. So we point out there's no harm in a person doing other things like practicing mystic yoga or discharging his occupational duties, provided he's remembering the Lord. И здесь подчеркивается о том, что нет большого вреда в том, что человек занимается, например, развитием мистических сил или выполнением предписанных обязанностей, при условии, если это сопровождается памятованием о Верховной Личности Бога. Just like we see Arjuna in his situation on the battlefield, the Lord tells Arjuna that you should fight, you should remember me, but you should also fight. Not that he should just simply remember Krishna and not fight, but he has to also do his duty. He has to fight. Как, например, в ситуации, которая была у Арджуны, Господь, давая знания Арджуне, он ему говорит: «Памятуй обо мне и сражайся. Не просто только лишь памятуй обо мне, а памятуй и выполняй свой долг, сражайся». So there has to be that remembrance of the Lord. Without the remembrance of the Lord, then the activities are simply material. They're simply under the modes of nature. Но без памятования о Верховной Личности Бога деятельность становится материальной и находится в гунах материальной природы. And how to remember the Lord? We said you must chant the holy name. In the Kali Yuga, the Lord comes in the form of his holy name. И как памятовать о Господе? Постоянно нужно воспевать святое имя. В Кали-Югу способ памятования о Господе – это постоянное повторение святого имени. Господь приходит в Кали-Югу в форме святого имени. So Srila Prabhupada in the purport also mentions about some people who became perfect through the practice of devotional service, and he talks about the four Kumaras and the nine Yogendras. И Шрила Прабхупада в комментарии приводит пример личностей, кто достигли совершенства, посвятив себя преданному служению Господу. Прабхупада говорит о четырех кумарах и девяти йогендрах. The four Kumaras were fixed on the platform of Brahman, but they had the opportunity to enter into the spiritual world. They went through the doors of Vaikuntha. Четверо кумаров находились на уровне познания Брахмана. Но у них появилась возможность войти в духовный мир, подойдя к воротам Вайкунтхи. And at that time, of course, they got stopped by the two doorkeepers, Jai and Vijay. And there was some discussion there between Jai and Vijay and the four Kumaras. Там их остановили двое привратников, Джай и Виджай, у них произошел диалог между привратниками и четырьмя кумарами. And the result was Lord Padmanabha came there and he resolved the conflict between the two doorkeepers and the four Kumaras. У них произошел спор, некоторый конфликт, и разрешить этот конфликт смог Господь Падманабха, который появился там. And when Lord Padmanabha came there, the four Kumaras, who were fixed on the platform of Brahman, they smelt the aroma of tulsi leaves from the lotus feet of Lord Padmanabha. And that aroma of the tulsi entered their nostrils, and they experienced a change in consciousness. И когда Господь Падманабха пришел
на то место, где находились четверо кумаров, они, хотя находились на уровне познания Брахмана, они вдохнули аромат листьев туласи с лотосных стоп Господа Падманабхи. И когда этот священный аромат коснулся их ноздрей, и когда они вдохнули этот аромат, то их сознание поменялось. Like this, there's a verse in Srimad Bhagavatam describing how the aroma entered their nostrils, and there was the change in consciousness that previously they had been attached to the impersonal Brahman. But now that they had smelt the aroma of the tulsi leaves mixed with saffron, and had entered their nostrils, and they had seen the beauty of Lord Padmanabha, then they became devotees. И в Шримад Бхагаватам приводится текст, в котором говорится о том, что несмотря на то, что эти кумары искали, вернее, находились на уровне познания Брахмана, тем не менее, когда их ноздрей коснулся аромат листьев туласи, смешанный с шафраном, и когда они увидели красоту Господа, то их сознание полностью поменялось. So the four Kumaras, they were the sons of Lord Brahma, and they had heard about the Lord from Lord Brahma, but somehow they were more attracted to the Brahman. Эти четверо кумаров были сыновьями Господа Брахмы, и хотя они получали знания, но они были привлечены больше Брахманом. But after they met the Lord and after they had that experience of the tulsi entering into their nostrils, the aroma of the tulsi, then they experienced what is real devotion and they became fixed in devotion. Но когда они увидели красоту Господа, когда они почувствовали вот этот аромат листьев туласи, то они получили опыт преданности и утвердились в преданности Господу. Prabhupada also talks about the nine yogendras, how they also attain perfection. Шрила Прабхупада также говорит о девяти йогендрах, которые также достигли совершенства. The nine yogendras were this, from the 100 sons of Rishabdev. The eldest son was Maharaj Bharat, but the nine yogendras, they were also sons of Rishabdev, and they all became, all nine of them became great Bhagavat preachers. Эти девять йогендр, они являются одними из 100 сыновей Махараджа Ришабдева. Старшим сыном был Бхарата. Девять йогендр были наиболее осознанными личностями. Yeah, Lord Rishabdev had 100 sons. Oldest was Maharaj Bharat. Then the nine yogendras. And then he divided the kingdom among his nine different sons, and the other 81 sons, they were all brahmanas. Eighty sons. Итак, вот у Махараджа было 100 сыновей, старшим был Бхарата. Остальные, 9 из них югендров, это были наиболее продвинутые личности, и среди этих 9 сыновей царство было поделено на 9 частей, остальные были брахманами. Another example, a well-known example is Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami was fixed on the impersonal Brahman, and he was simply staying within the womb of his mother, and he'd been in the womb of his mother for 16 years. Еще
Например, это сам Шукадева с вами. Шукадева Госвами также находился, он был реализованной личностью, находился на уровне познания Брахмана. И он даже оставался, он мог себе позволить оставаться в чреве своей матери 16 лет. But he heard Srimad Bhagavatam, and when he heard Srimad Bhagavatam, then he was attracted, and he came out from the womb. Но когда Шукадева Госвами услышал Шримад Бхагаватам, когда Шримад Бхагаватам привлекла его, он покинул утробу матери. And he took up the process of devotional service. И он принял процесс преданного служения. So these are some well-known examples to tell us about the power of devotional service, how it's so powerful that it can bring people to the highest perfect. Of course, devotional service is the highest, is the perfection. And even people are on other platforms, they may have realized the Brahman, or they're meditating on the Paramatma, they can become attracted to take up devotional service. Эти наиболее известные примеры показывают могущество преданного служения, а именно как это могущество поднимает живое существо на этот уровень с других уровней познания, развития духовного. Когда человек, например, находится на уровне осознания Брахмана или на уровне медитации на Брахмана, соприкоснувшись с преданным служением, такой человек, такой специалист принимает это. Another important verse to show us the supreme position of devotional service is the Atmarama verse, which is a very important verse in Srimad Bhagavatam and was explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu on different occasions. Еще одним примером. Еще одним примером могущества или высшего положения преданного служения является Атмарама Шлока. Это очень важный стих или текст Шримад Бхагаватам, который объяснял сам Шри Чайтанья Махапрабху. Атмарама Шамунайо Нирганта Апирукрами Курванти Ахайчаким Бхактим Витам Бута Гуно Харихи. So the verse is saying that even those who are Atmarama, who have realized that they're not the body and who are detached from the material world, that they also become attracted to hear and chant the glories of the Supreme Lord. Atmarama Shlokam говорит Атмарама Чамуна Йонир Грандха Пьюрукраме Курванти Хайтуким Бхактим Итхамбута Гунохари, что все различные атмарамы, кто наслаждается духовным Я, особенно те, кто утвердился на пути преданного служения, желают заниматься чистым преданным служением личности Бога, несмотря на то, что уже свободны от всех материальных обозначений. Это значит, что Господь обладает духовными качествами и привлекает даже освобожденных душ. We just gave the example of Sukadeva Goswami. He was Atmarama. He was self-realized. He was fully detached from the body, but he became attracted to hear about Krishna. И в качестве примера мы только что привели пример Шукадевы Госвами, который был такой Атмарамой, самореализованной личностью, но тем не менее даже он привлекся преданным служением и принял его, и стал на этот путь. So we have to understand how the remembrance of Lord Krishna is the highest thing there is. There's nothing higher than that. Из всего этого мы должны понять, что памятование о Господе Кришне является высшей целью и высшим уровнем, и нет ничего выше этого. And if we fix our mind on Lord Krishna with proper knowledge, we'll never deviate, we'll never go any other place.
если мы сосредотачиваем ум на Господе Кришне в правильном знании, то ум никогда не отклонится. Okay, so we'll ask if there's some questions. На этом мы остановимся. Может быть, есть какие-то вопросы. One question from Mataji Nitai Patni. Вопрос Mataji Nitai Patni. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Как связана Гоура Лила и Кришна Лила? The question from Mataji Nitai Patni. Хари Кришна, thank you for class. My question is how connected Gaura Lila and Krishna Lila together? Well, Gaura Lila, but the mercy of the Lord. Lord Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful of all incarnations. So his pastimes are full of what we would say as Audarya. Audarya meaning Audarya Lila. It means mercy, greatest mercy that Lord Chaitanya Mahaprabhu is presenting Krishna consciousness for the people of Kali Yuga. Just stressing the importance of chanting the holy name. Итак, Господь Чайтанья является Господом Кришны, самим Верховной Личности Бога. Игры Господа Чайтанья, Гора Лила, представляют собой Аударию Лилу. Аударья — это милость. Господь Чайтанья Махапрабху был милостивым воплощением Господа, который представлял сознание Кришны для людей Кали-Юги, и особо подчеркивая важность воспевания святого имени Господа. Now, Krishna Lila, that is Lila Purushottam. That is the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. It is not ordinary pastimes. The pastimes of Lord Krishna are the very topmost level of pastimes. Кришна Лила — это деяние Лила Пурушоттама, Верховного Господа. Это необычное деяние, и они представляют собой самый высший уровень деяний. We see Lord Krishna enacting his pastimes with his eternal associates from the spiritual world. Lord Krishna comes to give pleasure to his devotees. And he does it by things like the rasa dance. Господь Кришна пришел совершать свои деяния вместе с вечными спутниками духовного мира. И он пришел, чтобы дать наслаждение своим преданным. Он дал его, например, через танец раса. So the pastimes of Lord Krishna are also sweet. They're also madhurya. There's a lot of sweetness there in the dealings between Krishna and his devotees. The cowherd boys, for example, how they can play with Krishna and how they can even climb on his back and how Krishna can be defeated by them sometimes. Эти игры Господа Кришны исполнены мадхури, исполнены сладости, поскольку в этих играх проявляются взаимоотношения Кришны с преданными, например, с мальчиками-пастушками, с гопами, которые играли с Кришной, например, сбегали ему на плечи или побеждали Кришну в каких-то состязаниях. In the pastimes of Lord Chaitanya, we see Lord Chaitanya delivering people. For example, how through the mercy of Lord Nityananda,
Jagai and Madhai were delivered from their fallen condition. Мы видим, как Господь освобождал людей. Например, через милость Господа Нитянанды. Он освободил Джигая Мадхая. We see Lord Chaitanya first of all as a householder and then as a renunciate. How he renounces the world to go out and to go and deliver the world by distributing Krishna consciousness everywhere. Господь Чайтанья был какое-то время домохозяином, потом он отрекся от мира и шел, освобождая этот мир, показывая, как можно освободить его с помощью сознания Кришны. But Lord Krishna's pastimes are more confidential. Игры Господа Кришны более сокровенные. Lord Krishna's pastimes, particularly Vrindavan Leela, are often not understood unless one hears very carefully from pure devotees. Игры Господа Кришны, как правило, это сокровенные Вриндаваны, которые правильно поняты, могут быть только благодаря внимательному и аккуратному слушанию от чистого преданного. But pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, they're full of mercy. They're available for everyone. And everyone can benefit by hearing about the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu and how he distributed Krishna consciousness without any kind of distinction or discrimination. И Господа Чайтанья исполнены милости, и их может слушать любой человек. И Господь Чайтанья показывал своими играми милость, которую он проявлял на всех и каждого, распространяя сознание Кришны без каких-либо ограничений, дискриминации, без каких-либо условностей. Okay. Вот такой ответ. Thank you. Следующий вопрос. Я не знаю, кто первый поднял руку, Маджи Раджарани или Ювати Шачи. Кто первый? Включайте, задавайте вопрос. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, преданный, примите, пожалуйста, поклон смиренный. Слава Шри Прабхупаде. Гуру Махарадж, хочу задать вам вопрос про ништху. И чтобы достичь хавы. Адридхарана Прабху, перейдите, пожалуйста. The next question from Mataji Vrajarani. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. My question regarding Nishtha. Чтобы достичь бхавы. Мой вопрос про Ништху и о том, как достичь бхавы или как? Ну, можно так, да. Что должно привести к бхаве. My question about Nishtha and what should bring us to Bhava. Мы знаем, что Ништа — это стабильность, и она очень страдает, эта стабильность. Особенно по мере того, как прибавляется служение, и ты не можешь его убрать, и ты счастлив от того, что оно прибавляется, но когда его нет, ты падаешь. Вот. И вопрос, как начать не падать? Хотя вроде понятно, продолжай, но все же хочу от Гуру Махараджа получить вот наставление. Спасибо. Немножко, Маджи Раджарани, я немного не понял. Знаете, в какой момент вы говорите, что ништха — это стабильность, и когда приходит много служения, то ништха страдает, да? Потому что перегружен или как? Или я неправильно понял? Ну да, ты, потому что вроде служение есть, ты можешь держаться, но когда, например, нету служения ранним утром, то получается, ты уже не встаешь рано, потому что нету. То есть это уже не ништха. Так вот. Понял, понял. Окей. И как научиться не падать, да, вопрос? Ну да, да.
So I want to ask about Nishtha. Nishtha is a stable level. When we have a lot of service, devotional service, so we're busy and we are stable. But at the moment, then we have a lack of service, we haven't enough service, so we immediately not stable, not nishta. So my question is how to become stable and not loss the nishta, not loss the stable level. Well, you have to have more service. Hi. Продолжать выполнять много служений. You have a lot of service. You have so many books to read. You have so many rounds to chant. You have so many devotional songs to sing. You have deities to worship. There's always a lot of things to be done. У нас очень много служения, которое мы должны выполнить. У нас очень много кругов, которые нужно читать. У нас очень много книг, которые нужно прочитать. У нас очень много видов служения, которые нужно при поклонении божествам. То есть у нас много... We should never think, oh, I don't have any service. There's always Поэтому... so much the devotees of the Lord are so busy. They have so many things to do. There's never enough time to do everything. Поэтому преданный не должен думать, что у нас нет служения. У нас море служения, даже не хватает времени, чтобы выполнить все. То есть очень много видов служения. So nishtha means fixed. In order to fully achieve the platform of nishtha, we have to have completed anartha nivritti. That is not such an easy thing, to get through anartha nivritti. Ништха означает полная сосредоточенность, полная концентрированность. И она приходит, когда пройден полностью этап анартха нивритти. Это не такая простая вещь, полностью пройти уровень очищения от анартха. It's a very, very difficult thing actually to complete anartha nivritti. Sometimes we think we've got through anartha nivritti, but actually there's still so many anarthas there in our heart. Поэтому это не так-то просто полностью завершить и пройти уровень анартха нивритти. Мы иногда можем думать, что мы все анартхи изжили, но они тут как тут. So we have to be very, very attentive to eliminate all of the anarthas. And we know from the pastime of Lord Chaitanya cleaning the Gundicha temple, how carefully he cleaned the Gundicha temple. Поэтому мы должны быть очень внимательны и тщательно избавляться от всех анартх, памятуя об игре Господа Чайтани, связанной с очищением храма Гундича. Насколько они тщательно мыли храм Гундича. So he was teaching us how carefully we have to clean the heart to remove all of these anarthas. Эта история, эта лила должна напоминать нам, как необходимо тщательно чистить сердце от всех анартх. And when we have actually achieved anartha nivritti, when all these anarthas are actually removed, then it will be natural for us to go from nishtha up to prema. И когда все анартхи будут устранены, когда они полностью будут искоренены, то для нас будет естественным образом утвердиться в ништхе и дальше двигаться от ништхи к преме. Вот так. Гуру Махарадж, спасибо большое. А вот эту анартха нивритти, это надо что, больше наставлений просить у преданных, да, коррекции своего служения, этих мотивов, так? Thank you, Guru Maharaj, very much. So, for successful
pass through Anarthanivritti level, should we ask more instructions from devotees to correct our devotional service? No harm. There's never any harm to take instruction and to take advice from senior devotees. Да, не будет лишним просить советы, какие-то наставления у старших преданных. Вот так. А если не просить наставлений, как она тогда, откуда происходит эта анартханиврити? But if we not ask some instruction from senior devotees, how we pass through anarthanivritti level? Well, we were hearing the importance of association with pure devotees, but that is the main thing. In order to get through this anarthanivritti, you have to take, you have to get some mercy somewhere from senior devotees. Мы слушаем о том, как важно получать общение с чистыми преданными, и поэтому мы не можем пренебрегать или упускать общение с чистыми преданными. Это, собственно, без этой милости невозможно пройти уровень анархидеврити. То есть Кришна-катха, да, все сводится к тому, что мы должны участвовать в Кришна-катхе с чистыми преданными. So does it mean that we constantly should join in Krishna Katha with pure devotees? Yes. Yeah, you want to take every opportunity to join in Krishna Katha with senior Vaishnavas. Да, мы должны искать возможности участвовать в Кришна Катхе со старшими преданными, Вайшнавами. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Мои поклоны примите. Спасибо. Thank you very much, Guru Maharaj. Please accept my bows, my obeisances. Thank you. Please accept my bows. Гуру Махарадж говорит про свои поклоны. Следующий вопрос, Маживати Шачи, ваш вопрос. Ага, Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны со славой Шри Прабхупаде. Мой вопрос по Шримад Бхагаватам 2.4.1. Чтобы человек мог стать чистым преданным Господа Кришны, должны быть соблюдены два условия. Для этого нужно родиться в семье преданного и получить благословение истинного духовного учителя. Но сейчас почти никто не рождается в такой семье. Значит ли это, что мы не можем стать чистыми преданными? И тогда какой смысл для нас вот в таком утверждении? So, Hare Krishna, Dear Guru Maharaj, and Dear Devotees, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. My question is about Srimad Bhagavatam 2.4.1. To become a pure devotee of Lord Krishna, two things are very much essential, namely having a chance to be born in the family of a devotee and having the blessings of a bona fide spiritual master. So my question is, nowadays almost no one is born into such a family. So does it mean now we cannot become pure devotees? And what's the point for us in such a statement, like in this purport? You have to understand. А какой это текст? Подскажите, пожалуйста. 2.4.1, комментарий, там, по-моему, второй абзац. А, в комментарии, потому что я в самом тексте не могу найти. Понял, в комментарии. Yes, this is in the purport. Yes, you have to understand there are two kinds of births. We have birth from the seminal father and we have birth from the spiritual teacher. So if you get initiation, connection to a spiritual teacher, that is also birth in a spiritual family. Существует два рождения. Одно рождение от семени отца, второе рождение от... Ну, другое рождение – это второе рождение, когда человек получает посвящение. Поэтому получить посвящение – это у истинного духовного учителя, это значит родиться в духовной семье также.
One may be fortunate, born in a family of devotees. Okay, that's very very good blessing. But one can also be even just as fortunate to accept the shelter and take initiation from a bona fide spiritual master in disciplic succession. That will be just as good as taking birth in a family of devotees. Некоторые получают рождение в семье преданных. Это очень хорошо, это большая удача, если такая возможность. Но получить посвящение у истинного духовного учителя в ученической преемственности – это истинное рождение в духовной семье. Угу. Вот так. Окей. Okay. Very much, Guru Maharaj. And one more small question connected to the previous one. Can a non-pure devotee return to Godhead? Godhead. Paruki. And what? Да, может ли нечистый преданный, тот, кто не является чистым преданным, вернуться назад к Богу? So, Guru Maharaj, my question is, can a non-pure devotee come back to Godhead? Come back to Krishna? Well, they have to be pure to go back to Godhead. Yeah, they have to be pure. Чтобы вернуться к Господу, нужно быть чистым. We may question, what about Putana? Putana, the witch, came to kill Lord Krishna, and Lord Krishna killed her and took her back to Godhead. But we understand that when Lord Krishna killed her, he purified her of all of her sinful activities. All of our sinful reactions were all taken away by Lord Krishna himself. I mean, that way she became eligible to go back to Godhead. Мы тогда можем задать вопрос, а как же ведьма Путана? Как же Путана? Это ведьма, которая пришла, чтобы убить Кришну. Но мы должны помнить, что ее убил сам Кришна. И когда он убил, он очистил ее полностью от всех греховных реакций, которые у нее были. Они все ушли. Поскольку Господь Кришна сам ее убил, и поэтому она попала в духовный мир. So if Lord Krishna desires someone to go back to Godhead, certainly he can arrange it. Если сам Кришна хочет кого-то допустить в духовный мир, конечно, он устроит все наилучшим образом для этого. That's like, it's like getting an honorary degree. Someone may be awarded an honorary degree without ever actually going to university. It's not very common, but it does happen. Как, например, иногда человеку присуждают какую-то ученую степень или награждают каким-нибудь титулом внезапно. То есть это просто по счастливой случайности, даже если человек не посещал университет. Такое очень-очень редко бывает, но иногда случается. There was a famous Bengali poet. Rabindranath Tagore. So he never went to university, but he wrote poetry. And Oxford University, they honored him. They gave him a degree, an honorary degree. So it's very uncommon, but it does happen. Был такой известный бенгальский поэт Рабиндранат Тагор. Он никогда не учился в университете, но он написал очень известную поэму, и она настолько была признана, что Оксфордский университет дал ему незаслуженную степень. То есть он дал ему степень доктора этого университета. Такое очень редко случается, но иногда имеет место быть. So in the same way, somebody may be, he may not have pure love of God, but the Lord may desire to take him back to Godhead. The Lord may decide that he wants to take him back to Godhead. He may have some service, something he wants him to do there back in the spiritual world. And the Lord, if he wants, he can arrange to take a person back. Поэтому таким же образом, если сам Верховный Господь хочет кого-то допустить в духовный мир, то он устраивает все таким образом, что человек в определенных обстоятельствах очищается, попадает в этот духовный мир.
Everyone who goes back to Godhead, they have to get the mercy. It's by the grace of Krishna only that they can go back to Godhead. It's not by their own merits. It's not that, oh, I'm qualified, I'm pure, I should go back to Godhead. But you need to have the mercy of Lord Krishna. Lord Krishna must feel that you're worthy to go back to Godhead. He must want you to be there. Любой, кто стремится в духовный мир, может попасть туда только по милости Верховного Господа. Он должен получить так, что человек определяет себя сам. Я чист, я достиг определенного уровня, поэтому я теперь должен во что бы то ни стало попасть в духовный мир. Нет, Господь Кришна должен дать ему свое благословение, он должен признать, сказать, ты достоин войти в духовный мир, только так туда можно попасть. Yeah, the Lord likes to see how much, you know, how much eager we are for His service. Господь хочет видеть, насколько мы стремимся совершать служение для Него. How eager are we to associate with the Lord? When He sees that we're really eager, then He can bring, He can... He can arrange to bring us back to be with Him. Верховный Господь хочет видеть, насколько мы стремимся к общению к Господу. Если мы очень стремимся, тогда Господь Кришна устраивает, чтобы это произошло. Okay. Вот так. Next question. From Vrindavana Lila. Hare Krishna, дорогой Гуру Махарадж, собравшись, примите поклоны, пожалуйста. Вся слава Шри Прабхупаде. У меня вопрос такой. Гуру Махарадж, вот есть два вида наставлений. Одно, вот, по крайней мере, вот так я увидела, что одно... Занимайся, да, служением, всю свою жизнь связывай с Кришной, делай служение, и это служение поможет тебе воспевать внимательно джапу, святые имена воспевать внимательнее. И есть второе, которое я вижу, что у меня не получается, то есть повторять святые имена, и тогда из воспевания святого имени приходит осознание, какие служения надо делать, нести вот это сознание Кришны. То есть первый вариант мой, ну, мой, как бы, я, меня старший преданный задействует, и это мне помогает внимательно более повторять какую-то привязанность к святому имени. И вот хотела спросить, вот такой вот вариант, как пройти вот на артханеврите, привязаться к святому имени. Вот эти два пути, как они разнятся, и как добиться совершенства вот, в повторении святого имени? И первый, во второй вариант. Возможно так? И как, ну, то есть, что лучше? Хари Кришна, можно? Поняли, да, вопрос? В целом, да. The question from Vrindavana Lila. There are two kinds of instructions we know. First kind of instruction, we should render devotional service, a lot of service, and it helps us to chant holy name more enthusiastically, more deeply. This is first kind of instruction. Second kind of instruction, you should develop your chanting of holy name, and after that you better realize what kind of service you can render, and with proper mood you can render your devotional service. So my question is how to pass successfully an Artanivriti level, how to attract ourselves to chanting holy name, and what kind of instructions better for me, because I easily accept first kind of instructions,
I just utilize render devotional service, involve myself in various kinds of devotional service, and it helps me to chant a better holy name. But second, the kind of instructions is not easy for me. The second kind of instruction was? Try to develop chanting holy name, and after that you realize better what kind of service you should do, and your devotional service will be better. First kind of instruction stressed first chanting, first a lot of service, and then it helps your chanting. But second kind is opposite, just involve in the improve your chanting, and that your devotional service, practical devotional service, will be better. Well, yes, definitely you want to do more chanting, how to improve our chanting. By more chanting and by association also with senior devotees, if you're able to chant in the company of other devotees, it's very helpful. If you're not able to chant with other devotees, then you have to really call out to Krishna and try intensely to chant more and to pray for your chanting to improve. We have to really want to desire. The desire is important. That desire to chant the holy name without offense. That desire to call to Krishna. So that is important, that we have that strong desire, the strong attachment to the holy name. Чтобы развить вот этот второй уровень, привязаться к повторению святого имени, необходимо больше повторять святое имя в кругу чистых преданных, в кругу серьезных преданных, которые воспевают внимательно святое имя. Если же нет возможности читать в обществе таких чистых преданных, серьезных преданных, необходимо взывать к Кришне, необходимо молиться о том, чтобы улучшить свое преданное служение. Очень важно, чтобы было сильное желание. Сильное желание воспевать святое имя без оскорбления, желание звать Кришну. То есть должно быть сильное желание достичь этого уровня. At the same time, we don't want to neglect service. The opportunity to do service to devotees is very important and very powerful and purifying. So we do want to engage in as much service as we can. Practical service, active physical service can be also very helpful for us to get more taste for devotional service. В то же самое мы должны пренебрегать предслужением, служение преданным, практическое преданное служение, это очень важно, оно имеется в виду практическое, активное, физическое преданное служение, оно дает вкус к преданному служению, к нашему уже преданному служению. То есть мы должны стараться совершать служение преданным, насколько это возможно, насколько это в наших силах. So we don't encourage you just to become a Babaji and just to chant the holy name. But we encourage you to also engage in service, do as much service as you can, take every opportunity to engage your senses in Krishna's service. Поэтому вдохновляем, вдохновляем вас стать Бабаджи и воспевать в одиночестве святое имя. Нет, мы вдохновляем вас вовлекаться в практическое преданное служение, задействовать свои чувства, искать любую возможность и заниматься практическим служением Кришне. Окей. Okay. Yeah. Это понятно? А можно в дополнение вопрос? Я не понял, кто задал вопрос. Раджарани Индавидаси. В дополнение можно? Дополнение – это что-то сказать или что-то спросить? Вопрос, да. А, ну, я так понимаю, Матаджи, Вриндаван Лили, понятно? Понятен ответ? Тогда вы... Угу. Вот Гуру Махарадж сказал только что, что надо в обществе чистых преданных читать святое имя. Серьезно?
серьезных. Шрила Прабхупада пойдет, ну, в смысле его запись, и запись Гуру Махараджа. Спасибо. The additional question from Ajivrajarani. Guru Maharaj, just now you mentioned that for developing taste for holy name, we should chant in the society, in the association with the devotees, with the very elevated devotees in the society of pure devotees. Your question is it good if we chant according to a recording japa of Srila Prabhupada or recording of japa Guru Maharaj? There's no harm. But you, when you chant, you want to hear your own chanting. You don't want to just hear other people chant. Вреда нет, но мы, когда воспеваем, мы должны внимательно слушать свое воспевание, а не воспевание других. То есть просто фон включать можно, да? Да, а слушать себя. Is it good if we use japa of Srila Prabhupada like a background and try to fix our mind on our chanting? You can try, yeah, no harm. Да, вреда не будет, попробуйте. А чем тогда отличается? Можно еще уточнить? Вот Гуру Махараджарани, у нас еще висит рука. Да. Помните Ладно. Об этом. Давай, не давайте, давайте просто помните, что еще вопрос. Ага, просто вот, что Гуру Махарадж сказал в кругу там серьезных, да, преданных читать. А чем тогда отличается в ихнем кругу читать и читать в кругу, ну, со Шрилы Прабхупады с его записью? Majirajarani, next additional question. I'm not really clear. It's not really clear for me. You mentioned that we should chant in the society of serious devotees. So what is the difference between chanting in a society of serious devotees and if we chanting on with the japa of Prabhupada like? Well, if you have the physical presence there, it's more powerful than just having a recording. Физическое присутствие других преданных, серьезных, кто качественно воспевает Святое Имя, более эффективно, чем просто включение записи. Just like I'm giving class just now to you, we're talking just now. But I'm not physically present with you. I'm not able to actually see each and every one of you and see what you're doing. Как, например, я сейчас даю класс вот по Zoom, лекцию, но я физически не присутствую, и это совсем другой эффект. Я не могу физически сейчас сидеть, и мы не можем видеть друг друга. Я не могу видеть, кто что делает сейчас. Now, some, of course, are very serious. And I saw Vrindavan Lila there. She's in her car. And she's, you know, wrapped up with a lot of clothes to keep warm because it's very cold. And I could understand, you know, she's very serious and she wants to hear. But some other people may not be quite so serious. You know, they're more relaxed and maybe laying down, taking it easy. Как, например, вот Мадхурина Лира, когда она задавала вопрос, я видел, что она сидит в шапке, в шубе, на улице мороз, она сидит в своей машине, и она серьезно, она задает вопрос, для нее это имеет значение, она внимательно слушает. Ну, а кто-то, может быть, сейчас расслаблен, где-нибудь лежит на диване и вполуха слушает. So the point is, if someone's in their physical presence, then they can hear how you're chanting and they can observe how you're chanting. And we'll be more conscious of that fact. And we'll take greater care to try to chant better. Также и с физическим присутствием, когда мы воспеваем при физическом присутствии кого-то, то гораздо более внимательными и серьезными становимся. И сосредоточенными при этом. Да, спасибо. Спасибо, Харе Кришна.
Thank you. Guru Maharaj, how long we may ask a question to you? How time? Yeah, okay, last question. Last question. Маджи Махашакти, тогда ваш вопрос. Guru Maharaj, also devotees ask it, should we switch on the video when we ask question for you can see us or see one who asked the question? I don't mind. It's up to you. Я не так сильно на это обращаю внимание, зависит от вас. Вопрос Маджи Юватишачи задала, нужно ли включать камеры для его last question. I can understand the people asking questions are definitely attentive and serious. It's the people who are not asking questions. We don't know. Гуру Махарадж говорит, что те, кто задают вопросы вдумчивые, уже можно понять, что они достаточно внимательно слушают. Я, в общем-то, больше говорил о тех, кто, может, там вполуха слушает, вообще вопросов не задает, и неизвестно, вообще слушает или нет. Итак, Махашакти, пожалуйста, ваш вопрос. Хари Кришна, мои смиренные поклоны, все слова Шри Прабхупаде, спасибо за лекцию. Мне вот вопрос попросили задать. Ну, то есть же Матаджи очень беспокоится по практике преданного служения. Она рассказывает о своей жизни. Она, ну, как бы серьезно занимается преданным служением и подошла очень рьяно к бхакти-йоге вначале. Выполняла все брошюры, читала все подряд. Ну, прямо в экстазе была от всего. Сознание Кришны. И отложила свои семейные обязанности как-то в сторону, ну, семейные дела, которые, ну, надиктовывают материальный мир. И это самое. И в какой-то момент поняла, что она, ну, как бы зарылась чрезмерно в духовности, и она какие-то шаги назад сделала в своей практике. То есть она читала больше 16 кругов, все программы посещала, получила огромный духовный вкус, наслаждение. Но потом вот так же как бы, поскольку требует также решения от материальных обязанностей, она отошла от этого. И вот она также совещалась с разными преданными. И в итоге что произошло, что когда она совещалась, тоже ей там советы давали, что просто делай что-то для Кришны. Но у нее также сомнения есть, что она думает, я не могу на 100% предаваться, ну вот как бы как Кришне. Я не, ну, не могу стать чистой преданной, но как мне практиковать? Ну, с Кришной я себя чувствую очень хорошо, уютно, радостно, тепло. Но в то же время, как бы она говорит, я, говорит, боюсь, что вот, ну, у меня 10 оскорблений, и она там отметила 7-е, 10-е оскорбление, что я их совершаю. Ну вот, в общем, такой вопрос. Вот она как бы попросила задать Махараджу. Она сама молится, чтобы Кришна успокоил ее ум, но он как бы боится, вот, что... Ну и как ей следовать, потому что она в то же время, ну, тоже привязана, ну, к семейным обязанностям, ну, семейным делам, поддержанием, ну, вот, семейного уюта, там, вот этого всего, что очень дорого, ну, и еще сердце. Материальные привязанности, как бы сказать. Вот такой вот, как бы, это я так сформировал, она очень длинное письмо, но вот вкратце, сколько смог. Это не вкратце, это было на самом деле длинно тоже. Ну да. Ну, ладно, вопрос в чем? В том, что теперь она задает вопрос, как мне что? Как найти баланс или как вкус вернуть? Или я немного не могу вычленить вопрос? Ну, вот смотрите, давайте я вот прям зачитаю письмо, да? Не-не-не-не-не, уже окончание, не, пожалуйста, не надо. Просто немножко. Ну, тут вот, да, тут у нее сомнения, не совершает ли еще больше грех, нарушая сразу два правила оскорбления, 7-е и 10-е. Ну, вот так написано. И, ну, вот этот вопрос, наверное, задать, что не, то есть и у нее вкус как бы есть, и Кришна ее, видно, любит тоже, потому что она, когда там даже телевизор, когда смотрю, там все время как-то с Кришной связано, все программы, понятно. Сам телевизор переключается, с Кришной связано. Да, понятно, хорошо, потому что уже много времени, слишком большой вопрос. Ага.
So the long question from Mahashakti Prabhu, it's his not question, but a question from one lady who asked him to ask this question to somebody, to senior devotees. So the one lady who just recently joined to ISKCON, new devotee, she was inspired to Krishna consciousness, spiritual practice, accept everything and have a taste to surf in such surf carry devotional service, practical service, but in and one moment she stay she left she left for some period her family obligations, duties, but after some time she returned to serve to family and to render these family duties, and but in the same time she lost her taste to spiritual practice. She has many doubts now. She afraid that maybe she offer to say she afraid that she offends Krishna by seventh offense and tenth offense, that she keep material attractions, even accept and have many instructions on this topic, on this subject matter, and also do some sinful activity, chanting holy name. So she afraid that maybe she offends Lord. So her question is, how can she find a balance between family duties and how to return this spiritual taste for spiritual practice? Well, of course, the family are not devotees, so it's not easy in that kind of situation, that kind of environment, where the family are not practicing any kind of principles. They will eat everything, maybe engage in all kinds of prajalpa talking. So, very difficult atmosphere. But it's possible if she's serious, if she's committed to devotional service, she has to try to chant the holy name. That's important. The family, probably they all go out to work during the daytime. And if she's not working, then she's at home. Then she can chant the holy name. So she has to take advantage of the time when the family members are away so that she can absorb herself more in spiritual practice. Сложно, когда семья не преданная, когда они не поддерживают принаслужение, может быть, занимаются какой-то сами греховной деятельностью, едят не все, и плюс спрачалпа, материальная атмосфера в семье, поэтому в этом смысле, конечно, очень сложно. Но, тем не менее, можно стараться практиковать духовную жизнь. Самое главное – это повторять святое имя. Она сама должна повторять святое имя, находить для этого возможность. Скорее всего, ее члены семьи куда-то уходят в течение дня, может быть, на работу или по своим делам. Если она домохозяйка, то она находится дома, и в те моменты, когда домочадцев нету, она может воспользоваться этим временем, использовать это время, вовлекать себя в повторение святого имени, в преданное служение. Таким образом. So we don't encourage her to be neglectful in her duties to her family, but at the same time, she should try to understand the importance of spiritual practice. Мы, конечно, не вдохновляем ее, не побуждаем отвергать семейные обязанности, но в то же самое время она должна сохранять понимание важности духовного процесса, духовной практики. She can spend her whole life serving her family. The family will never be satisfied with her.
Она может всю жизнь положить на алтаре служения семьи, но при этом семья это может не оценить. And her destination in the next life, may, she may have to come back in the family again. She may have to come back as a dog in the family or something. И все, что она получит в конце, это просто снова вернется в свою семью, возможно, даже в качестве собаки и любимого в конце этой семьи. So she should be thoughtful about her, the importance of spiritual practice, and she should find time in the course of her taking care of her family, she should find time to also do spiritual practice, particularly chanting and hearing. Поэтому она должна быть очень осознанной и серьезной в понимании важности занятий духовной практикой и находить время для нее, совмещая это с семейными обязанностями, таким образом, в первую очередь, повторение святого имени слушания и слушания. Окей. Вот так. Ваннинат Васу Прабу, hold up your hand, his hand, or we finished, Guru Maharaj. Oh, well, I could take one last question. Да, я уже сказал последний вопрос. Maybe Ваннинат Васу keep his question next time. Okay, as you like. Mm-hmm. Okay, so thank you for the translation. Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you for your cessation. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Chai. Chai. Спасибо большое. Вы, пожалуйста, извините, оставьте и сохраните ваш вопрос обязательно. А у меня был даже не вопрос, там был такой некий комментарий по поводу... Да. Я вам озвучил, чтобы вы так были в курсе, может быть, да? Я хотел спросить вот по поводу вопроса, включать ли видео или не включать. И вот по этому поводу есть... Одно мнение, я хотел это мнение высказать и услышать, что бы Махарадж сказал по этому поводу. Mm-hmm. Мнение старшего вайшнава, как он на этот вопрос отвечает. Если вам интересно, могу сейчас озвучить. А давайте, знаете, как сделаем? Хотелось бы... Он очень короткий. Это одну давайте. Секунду. Но я к тому, что мы обязательно его давайте зададим в следующий раз. Ну, просто вдруг меня не будет, вы можете спросить, вдруг, мало ли, что меня не будет, вы можете спросить тогда этот вопрос. Гуру Говинда Махарадж говорит, что те, кто присутствует на лекцию, получают милость того, кто дает лекцию, а тот, кто слушает, не присутствует, а слушает через тепло, через наушники, то он получает представление о милости. Вот этот вопрос... Я хотел, чтобы он прояснил, Махарадж, что он думает по этому поводу. Ну, вряд ли бы он сказал, что один из старших духовных братьев не прав. Ну, хорошо, мы зададим. Нет, не прав, а просто как бы, чтобы он пояснил в этот момент. Просто пояснить, может ли он пояснить. Он может сказать, что я не могу пояснить, может сказать, да, он что-то может сказать по этому поводу. Задайте в следующий вторник, если будет лекция, задайте, пожалуйста. С большой радостью. Я очень надеюсь, что я не пропущу эту лекцию следующую. Если она будет, да. Харе Кришна, спасибо. Спасибо вам за перевод, дорогой Прабху. Мне тоже очень нравится, как вы переводите. Спасибо. Милость Кришны. Маджихладди, ваш вопрос также, пожалуйста, сохраните, запишите его, зададим обязательно. Да, спасибо, Хари Кришна.